как Сталин оправдывал время свое и был в нем велик и могутен, как грозный опричнины ставил силье на тех, кто опасен и смутен, так в нашем столетии словно копье, летящее к западу в грудь им, увы, неизбежен, как утром бритье. Владимир Прокрымович Путин. И если не с ним ты, то против него не может быть третьего мнения. Война на пороге и клич боевой за Родину, за вдохновение.